Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафта. В этом выпуске мы будем строить дорогу. Блин, тупая мразь. Принесла нам поесть, да? Аж. Неплохо. Так, сейчас, секунду, мы немного отвлеклись на зомби. Идем. Я хочу сделать в идеале, да? Проложить путь прямо из дома, чтобы я мог взять, заюзать вагонетку и поехать вот так вот. То есть, скорее всего, придется здесь что-нибудь сломать нам, ну ладно. То есть, сейчас все уберем лишнее. Я вот приготовил вот стекла, ну это уже другая история. Что уберем, 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 нет, вернем, так. Уберем, 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 уберем. Это оставим. Я слышал звук. Кто здесь? Ну ладно. Let's go. Мы не можем кушать, да? Это металл. Нет, не можем. К вам пришли. Сначала давайте тогда сделаем так. Возьмем вагонетку. Я забыл про нее. Где у нас вагонетка? Я делал вагонетку. Вот она. Для начала проложим путь отсюда, я думаю. Потом сделаем подъем наверх. Правильно? Да, правильно. Окей. Вот, кто знает, для чего активирующие рельсы? Напишите в комментарии, пожалуйста. Они, по-моему, это что-то включают, да? Тогда по-другому, напишите комментарии, есть ли рельсы, которые именно ускоряют, да? Чтобы, например, я мог сделать вот так взлет вверх. Я хочу сделать, типа, трамплин такой. Есть ли рельсы, которые ускоряют, чтобы я взлетал? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Так-то вот так класть рельсы, их несложно, да? Он просто будет катиться вниз. А я хочу, чтобы прям резко взлетать вверх. Так, ну что ж, let's go, такими темпами мы строим дорожку. Оп-оп, давайте мы сейчас проверим ее, просто ради интереса. Чтобы я вспомнил, как использовать вагонетку. Так. О-о-о! Ух! И все? Ха! Не, прикольно. Самое главное, по идее, успеть в нее сесть. Еще, насколько я знаю, есть такой баг, но не баг, может так задумано. Например, если вот мы едем, да, и здесь не двойной блок, да, а, например, одинарный, и вагонетка застревает в нем. То есть вот так и едет, и здесь одинарный блок, вагонетка застревает, и мы, скорее всего, умираем. И будет причина, типа, не хватило дыхания, типа такого. Поэтому надо тоже учтите это, что вагонетка должна ехать в двойной блок, вот так. То есть высоту двойной блок, вот такие вот блоки. Ну что ж, let's go дальше потихонечку. Оп, здесь у нас получается такая прямая будет, да? Ну ладно, страшно. Опс, опс. Эта вагонетка будет в шахту. А я вот не помню, если я вылазю из нее заранее, подождите. Если я вылезу, она поедет дальше? Уматно было бы, если бы она остановилась. По-моему, она не будет останавливаться. Ах ты тварь, да, она поехала дальше. Ну ладно, пускай будет так. Let's go, опа. Опа, чтобы пешком сюда не шел, а там уже в идеале где-нибудь лестницу сделать наверх и все. Или потом поставить мод, который добавит типа батуты. Батуты офигенная же вещь. То, чтобы время тоже не терять, спустился вниз, потом с батута поднялся. Так, нашли мы здесь камень. Я потом это закрою дырку, я хочу, чтобы все было красиво. Так, вот такой вот у нас спуск. Бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил. Потом сюда, сюда. Теперь надо сделать поворот, да? Я хочу какой-нибудь красивый поворот. Я вот так смогу сделать? Так я не смогу сделать, все понятно. Понял, не дурак. Придется вот так делать. Я как раз для этого и поставил. Мне не нравятся такие повороты, конечно. Ну-ка, если я вот так сделаю, нормально будет? Все, а у меня еще есть ля-ля-ля. Так, ладно, все. Ну-ка, если здесь поставили, могу поставить здесь? Да, вроде она едет, но я хотел вместе с ней ехать. Ну ладно, видите, он провалится сквозь землю. То есть это тоже типа баги. Во, нормально пойдет. О, смотрите, такая иконка. Ладно, все. Вы видели, у меня еще хп отнялось. Капец. Потому что, да, где-то плохо здесь вылазит. Ну, ничего страшного. Let's go дальше. Так, так, так. Так, так. Я бы хотел, конечно, бы как-нибудь здесь разворачиваться. Можно здесь просто путь отрубить и потом опять садиться. К
Как вариант сделать так? То, чтобы я мог и сюда поехать. Но это я потом, если что, придумаю. Вот вы напишите, опять же, есть ли ускоритель. Если есть ускоритель, то я здесь тогда путь открою, а здесь поставлю ускоритель и поеду дальше или сюда, или вниз, и все. Напишите обязательно, сказал. Так, все, оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормально. Кстати, вот так смотришь, похоже на лестницу. Я поднимаюсь по лестнице, смотрите. Нет, вам показалось. Вот наш путь, наша пещерка, в которой я работаю. Давайте мы скушаем яблоко. Ну, само собой, когда мы работаем, то есть что-нибудь делаем, у нас голод быстрее тратится. То есть мы начинаем голодать. Оп-о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 п
такой туннель. Интересно, а блок этот будет другим цветом, или он так останется на всю жизнь? А, так здесь получается везде камень, да? Когда я его ломаю, он получается булыжником, все понятно. То есть это фигня, как и мы, помните, мы это жарим его, да? Коптим или что там делаем. Он превращается, он становится таким цветом. А если мы ломаем, он становится вот таким вот. Все понятно. Вот. Как-то так. Это можно даже вообще убрать, по идее. Здесь не должно лагать, я специально сделал так, чтобы бага не было, чтобы я мог спокойно сюда вылететь и встать и пойти. Вот моя пещера, в которой я работаю. Здесь всякие мутанты, здесь полно мутантов. Здесь летающие мутанты, оказывается, есть, да? Птицы есть, зомби. Такая вот красота, увидите, да? Меня побольше надо убить будет скелетов. Ну ладно, другая история. Давайте я пробую, что у нас получилось. Бежим, 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 бежим. Не так красиво смотрится туннель, а вот это вот уже некрасиво. Вот это некрасиво, ну ладно. Ну реально, да, надо как-нибудь сделать, чтобы и вниз тоже ехать. Потом придумаем. Так, мне лестница еще нужна наверх. Потом я сделаю лестницу, чтобы он прям вообще быстро поднимался. Не вот так вот прыгал, да, а просто чик, поднимался и все. Кстати, по-моему, есть моды, да, ты ставишь мод, когда ты идешь по прямой и есть препятствие, он сам прыгает. По-моему, такой мод есть. Можно поставить для удобства, то есть он немножко помогает. Вот наш дом. Мы еще в этом выпуске, скорее всего, стекушки поставим. Окей, так. Теперь нам... А, давай сначала проверим. Нормально, что доедет? Доедет, доедет. Видите, скорость падает. Опа. Ну, вот такая красота. Я все продумал идеально. Приехали, сделали свои дела. И вот здесь где-нибудь нужно будет сделать... Просто вверх, вверх, вверх выкопать, и будет лестница. Прикиньте, какой профит, да? Или где-нибудь даже вот здесь вот лестницу построить. Ой, кто это был? Тихо. Кстати, да, видите, это ложный камень, оказывается. Это такая жопа, он меня уже убил, мразь. Это очень жесткий юнит. Вы к нему подходите, думаете, что обычный камень, да, начинаете там бить его и... И печаль, так сказать. Сейчас быстренько поднимемся. Гоу, 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 гоу. Вот поэтому нужно лестницу сделать. Да, 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 я сделаю обязательно лестницу. Поставлю тогда я мод на деревья, да, спасибо, что вы написали мне в комментарии. Я спрашивал, как деревья быстро рубить, то есть есть такой мод. Ну, в принципе, я считаю, что он логичный, правильно? Вот давайте по логике, как в жизни. Если вы порубите в жизни дерево внизу, оно же не будет висеть в воздухе, правильно? Оно упадет. Поэтому этот мод, он абсолютно оправдан. Я его поставлю, чтобы дерево падало. Все. Теперь нам нужно сделать самое страшное, это подъем. Чтобы я прям таким наслаждением. А прикиньте, еще сделать лестницу, чтобы лестница еще и домой к нам приходила. То есть я из дома спустился и в дом вошел. Ой, не смешно. Как же теперь нам быть? Я поставлю это, предлагаю сделать из земли, а потом я заменю ее на нормальные блоки. Потому что земли у нас нету. Есть земля. Потому что нормальные блоки, вот эти вот, каменные, они будут превращаться в булыжник просто после поломки. Теперь нужно как-то сделать съезд, например, здесь его. Давайте попробуем сделать тогда вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так.
Как вариант. Ой, что-то я какую-то парашу сделал. Вот так. И вот так. Так. Вот так, так. Здесь, по идее, видите, благодаря тому, опять, плюс в том, что мы сделали высоко дом, у меня не хватило ступенек. Вот весь плюс в этом. Плюс в том, что мы сделали высоко дом, да, у нас теперь будет ускорение идеальное. Все, спать. Был убит, видите, был убит. Вот, Horse Mod, это, по-моему, другой, это моб. Это летающий моб, который на птице зомби. То есть до этого мне убил камень, потом летающий моб, это моб. Нет, по идее должно получиться, да. Но теперь нам не хватает лестницы. Мне только... О, у меня есть обычная лестница. Мне активирующие рельсы. Наверное, реально просто мы и поедем. Ну-ка, подожди. Давайте даже попробуем сделать. Мне интересно. В чем вообще смысл активирующих рельс? Типа просто врубать лам... Печаль. Ну-ка. А вот это можно поставить активирующие рельсы? Вот так вот поставим. Просто ради интереса, да? Вот так. А, например, мне нужен один факел. Да, насколько я помню. Я все это делаю по памяти. Я не делал этого очень давно, поверьте мне. Возьмем уголь. Нам нужно сделать факел. Ну-ка, как красная пыль работает? Подождите, я забыл. А, я, по-моему, просто класть нужно, да? Так, хорошо. Сейчас проверим. Сделаем вот так и вот так. Мне интересно, как это... Для чего эта фигня нужна активирующая? Ну-ка, вот сюда. Блин, блинский. Потеря, потеря. Так, вот сюда вот. И чё? Ну и чё, блин? Не, не получается. Так, подождите. По-моему, уже можно сделать. Так, мы сейчас делаем по-другому. Делаем вот так. Красный факел. Ну и какой толк от него? Ну и чё, и будет он загораться, и все? Или это и есть ускорение? Может, что-то не понимаю. Вот поэтому напишите мне, ладно, в комментарии, есть ли в игре рельсы, которые ускоряют? И для чего вот эта вот фигня красная? Она... Для чего? Может, это и есть ускорение? Я не знаю, непонятно. Почему она горит? Ладно, это уж другая история, не будем терять времени. Нам нужно сделать рельсы новые. Делаются они вот так, так, так. Угу. Сейчас мы сделаем быстренько рельсы. Нам нужно для этого говна навернуть. Вот. Потом сюда, сюда. Для рельс нужны палки, правильно? Да, для рельс нужны... Нет. Подождите, сейчас, секунду, секунду, секунду. Палка, по-моему, нужна только посередине, да, насколько я помню. И вот так вот. Во, 16, на принципе, хватит сполна. Ну, сделаем еще раз. Да, как раз нам хватило, отлично. Все. Let's go, let's go, let's go, let's go. Опа. Поднимаемся еще выше, выше, выше. Ну, по идее, получилось, да? Здесь будет такой заезд. Наверное, даже надо будет еще одну дверь сделать. Ну-ка, что, испробуем? Нет, мы это сделаем в самом конце, испробуем. Сейчас мы давайте достроим тогда часть домика, а потом поедем вниз. Какая-то красная фигня. Не, прикольно. А пока мы давайте это продолжим строительство домика. Пока у нас есть еще время, да? У нас, блин, нету камня. Печаль, беда. Так, давай сюда бросим. И вот сюда, вот. Все, сейчас пока поставим стекла. Угу. Здесь я потом поставлю нормальные блоки, да.
Вот опять же, есть мод, который добавляет треугольные блоки. Будет вообще красиво. Поставил так треугольный вот сюда вот. И проблем нету. Красиво будет. Окей. Что у нас здесь есть? У нас... О, как у нас стекол-то. Ёлки-палки. Нормально собирал. Два стака уже. Пойдет. Так, синий, синий, иний. Вот. Сверху уже здесь пойдут какие-нибудь там зеленые стекла. Если я найду зеленое говно. Вот отсюда вот пойдет такая чик-чик-чик-чик-чик. Надо придумать, как здесь быть. Сделать проход, типа выход. Нет. Заметьте, да, если стекло я сломал, то все, оно уже у меня не появится. То есть обратно я не смогу его получить. Вот эти вот блоки, они в принципе не нужны по всей логике, правильно? То есть нужно будет ставить стекла тоже. Окей, так, ставим сюда, сюда. Ну и вот сюда. И вот сюда. Вот такая красота у нас вышла. Здесь тоже. Опа. 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 Америка, Европа. Какой-то медведь. Показали мне медведя. Ну ладно. Повезло медведю, что я пока добрый. Кстати, нам нужно сделать уже доспехи, да? Что мы ходим без них и ходим. Ну-ка, подождите. Вот так, что ли? Типа вот так вот. Угу. Неплохо, я вам скажу, неплохо. Немножко путаешься из-за того, что они прозрачны, да? Вот так путаются глаза. Глаза лезут на лоб. Я знаю пароль. Вот так вот. Оп, 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 оп. Ну какая красота, Господи Иисусе. Вот здесь что-нибудь придумать. А, не знаю, есть ли смысл ставить двери? Сюда может кто-нибудь залезть? Если сможет, это печально. Этот блок, в принципе, он, наверное, не нужен даже, да? Да. Вот так вот красивее будет. Поднимаемся. Ля-ля-ля-ля. Отлично. Во. Все, дом закрыт. А потом сядем и поедем. Поедем туда, где нас не ждут. Так. Опа, оп. Все, посрал один блок. Красота. Нам бы по шахте полазить. Нафиг мне медведя показывать? Он там медведь, что ли, где-то лазит? Ты? Непонятно, зачем мне медведя показывают. Так, и с этой стороны давайте сейчас закончим. Все, больше у нас нету. А, у нас же еще есть блоки. Что же я вру? У нас много стекол. Сейчас, сейчас, сейчас все сделаем. Сделаем. Уделим немножечко время нашему дому любимому. Пока как раз приготовилось говнище. Это так, давайте возьмем. Угу. Потом сделаем раз, два, три. Пада три. Опа. Опа. Ганга стайл. Так, все отлично. 24 пойдет. Угу. Это мы убираем, ставим камень. Здравствуйте. Ну, твари, ну чмо. Так. Поставим вот сюда вот. Опс, опс, оп, 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 оп. Вот такой вот у нас проход. Потом, если что, мы сможем сломать стекло, да, и там поставить, опять же, какой-нибудь... Да, Господи Иисусе. Какой-нибудь там вагонет, какой-нибудь новый путь проложим. Сколько я уже стекол на воздух, на ветер потратил. На воздух. Ой. Так, ВСГО. Оп. 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 Оп, оп. Оп, оп. Оп, оп. Да. И опять мало стекол у нас. Офигеть, ну какая красота, Матерь Божья. Дева Мария, я даже готов перекреститься. Встать на колени. Так. Сюда вот можно поставить ящики. Можно просто два ящика поставить, да. Я хотел бы друг на друга, блин, но они не получится, потому что будут мешать потолок, правильно? Ну, поставим, давайте тогда просто два ящика. Просто два ящика. Нам нужно сделать вот так, потом... О, у нас уже есть сюда. Ящики делаются вот так. О, нет. Надо будет делать даже вот так. И хватит. У нас уже так полно ящиков, мне они все пустые почти. Оп, оп.
Отлично, просто красота. У меня реальный дом выглядит так же. Что, он что, не ломается? Фига себе, думаю, не ломается. Так, если я поставлю, он сейчас откроется, но здесь потолок будет, поэтому бесполезно. О! Вау, они открываются друг в друга. Ну это уже баг, да, смотрите, реально, он прям внутрь входит, офигеть. Все, я нашел выход из любой ситуации, отлично. А вплотную нельзя было поставить? Ну ладно, нормально, чтобы подходить, смотреть, любоваться, какая красота. Ох. Beautiful. Beautiful! Так, поставим сейчас здесь быстренько. И потом, когда вы мне напишите про рельсы, есть ли ускоритель, если что, я тогда сделаю еще один поворот, да, в другую сторону. И поедем уже дальше по рельсам. Все, давайте тогда протестируем. Ладно, сейчас тогда будет утро, протестируем, все ли у нас получилось. Эти блоки тогда я заменю временно на другие блоки. Вот так, вау, не, прикольно. Да, надо будет сделать без лестницы, конечно, это очень тяжело будет. Каждый раз подниматься. Геморройно. Сделать лестницу и у ней тоже сделать скат, чтобы я скатился откуда-нибудь оттуда так и сюда приехал. Да, весело, весело. Так, я забываю постоянно, что у меня здесь постель. Let's go. Спать можно только ночью. Все, let's go, поехали. Время приключений. Откуда вы, мрази, лезете, а? Ай, мразь. Дохни, дохни. Я живу высоко, мне ничего не страшно. Ну что, let's go! Это было ускорение или мне показалось? О, отлично. Матно. Я хочу еще раз. Давайте еще раз прокатимся, только чтобы я от третьего лица. Сломали блок, вы видели? Мрази, а? Да, я говорю, здесь есть такие юниты, которые блоки могут ломать. Хочу очень жесткая графу, не хочу. Так, сейчас быстренько пробежимся. И попробуем проехать тогда, знаете, как? От третьего лица, да, чтобы все было видно. Получится, нет? Нормально. Или я буду видеть только текстуры. Ну так, конечно, геморройно подниматься. Ау, пау, 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 пау. 8 метров. 4 метра. Ну, в принципе, недолго, быстро поднялись. О, мясо подобрали. Ну, что из этого говна можно сделать? Мы уже много его подобрали. Уголь можно сделать. Можно призывать существ, зомби, житель. Паук, прикольно. Слизень, мухомор. Существо мухомор? Лошадь. Крипера призвать можно. Интересно, для чего это призвать крипера? Не знаю. Так, ладно, еще раз пробуем. Так уже от третьего лица давайте. Сделаем вот так. А я так попаду? Да. Как красиво. Эй, а где мое третье лицо, мрази? О. Такой радостно едет. Я вообще ничего не понял, что произошло, конечно. Вообще ничего не понял. Ладно. Я слышу звуки, надо уходить отсюда быстрее. Кто здесь? А, это крыса бегает. Ладно, сейчас тогда я перемотаю и вернусь обратно в домик. Так, все, я поднялся. Ну и последнее, что нам осталось в этом выпуске, да, вот заменить эту фигню. Заменить эту фигню, например, на камень, да. Опа, и сломалось, да? Печально. Ну ладно, что поделать. Опа. Потом, главное все сделать правильно, потому что эти камни, я уже говорил, ломать нельзя, придется заново жарить.
Вот так вот. И вот так вот, да? Все, и сломали мы весь проезд, так сказать. Опс. Опс. Оп. И оп. Отлично. Так, все, ставим проезд. Оп, 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 оп. Угу. Все, готово. Полезным был выпуск. Что мы сделали в этом выпуске? Мы, во-первых, построили дальше дом. Во-вторых, построили огромную дорогу. Огромную. Буду, такую вот огромную. И туда вниз. В следующем выпуске я хочу, ну, по задумке, да, мы будем работать с плантациями и, скорее всего, построим еще это, чтобы я оттуда мог подниматься по лестнице, в идеале. То есть я приготовлю лестницу, мы потом прокопаю ее, мы потом вместе с вами ее поставим. Господи Иисусе, я думаю, куда я провалился. Мы с вами поставим лестницу, чтобы я мог выйти и вернуться домой, чтобы это все было максимально быстро. Окей. Все, последний раз сейчас мы проедем и попрощаемся с вами. Последняя дорога. Брод мне ноги. Поехали. Да, шахтер, это дело такое веселое. Какие-то звуки страшные. Я слышу страшные звуки. Ах ты мразь. Ну ладно, другая уже история. Все, обязательно пишите комментарий, как сделать ускорение. Я вот сделал красную штуку, может быть, это и есть ускорение. Я вот пока не пойму, да. Если это и есть ускорение, то тогда я хорошо, я все понял. Также напишите про двери, да. Я вот в прошлом выпуске спрашивал, я не знаю, вы написали, нет. Есть ли дверь, которая ставится на два блока, одинарная дверь на два блока, чтобы я не два раза открывал, чтобы один раз открыл и закрыл. И все. Всем спасибо за просмотр, следующий выпуск тоже будет интересный. У нас каждый выпуск будет разнообразный. То есть мы не будем просто сидеть и копать, типа, о, как прикольно, о. Все, всем пока.